переходим к таким вопросам, и они вот звучат так. Какую-то часть уже из того, что вы видели, могли бы для себя сделать очень хорошие выводы. А как понять, что ты глубоко погружен в ныне, и что делать, чтобы выйти из этого состояния? Уже я задавал похожий вопрос, на самом деле это более такой расширенный вопрос. Вот как это уловить, как это поймать? И я еще, да, задавал вопрос, который мы вот закончили и не досказали. Он звучит так, что вот этот положительный настрой, положительная ситуация, скажем так, и там положительное исповедание, а вроде это хорошая штука такая, ну, держит нас в тонусе, и мы получаем ответ от Бога. Но с другой стороны, вот я заметил, что я даже рассказал пример, да, где люди не говорят о сути, о положении, о ситуации, в которой они находятся. Вот Элиэзер, отвечая, сказал, что не всем людям надо это рассказывать. Зачем всем ходить и рассказывать? И очень хорошо, что ты сказал, что у нас потеряно вот это наставничество, что очевидно, что надо прийти и попросить помощи, сказать, какая у тебя ситуация, сказать, молитесь за меня. Да, Павел-то при всей своей высоте, при всех своих откровениях, влиянии, он же не переставал просить церковь молиться о нем. И он говорит, молитесь, чтобы мне дерзновенно проповедовать. То есть он выказывал вот эту нужду в церкви и говорил, я нуждаюсь в вас. И вот как нам сохранить, вот каким образом, да, может, вы будете отвечать и ответите, как понять, что ты глубоко погружен в ныне, что делать, чтобы выйти из этого состояния? Уже можно увидеть, что какая-то правда должна быть здесь, да, не лукавство. Закончи мысль, которую ты хотел в конце второго блога сказать. Ну, я действительно закончу. Вот по поводу того еврея, который умер в общине и умер в долгах, там, в бедности, от болезни и так далее. Я не думаю, что дело в гордыне. Дело в том, что в очень многих общинах есть такое, особенно здесь в Израиле, есть такое понятие, на иврите оно звучит как «мараит айн», то есть как это выглядит со стороны. Есть же кошерные всяческие рестораны, но, так сказать, правоверному иудею нельзя сидеть в ресторане, если есть даже небольшое подозрение того, что он не кошерный, чтобы это, не дай бог, не выглядело как-то по-другому. В Библии написано об этом, чтобы не было преткновения ни у кого. Но по большей части люди действительно скрывают свои проблемы, именно потому что, что обо мне подумают? Общественное мнение. И, скорее всего, это дело даже не в гордыне. Дело в том, что человек действительно боится больше общественного мнения, чем последствия того, что с ним происходит. Потому что, знаете, слово же оно может и вылечить, а может быть и убить. Да. И люди боятся этого всего. Поэтому, скорее всего, там дело не в гордыне. Дело в том, что у человека не выстроены доверительные отношения как раз с общиной, опять же, наставничество и так далее, где нету вот этой ситуации семьи. В семье-то мы можем поделиться, почему мы не можем вообще не поделиться? Вот в этот момент как раз и приходит состояние, когда я лучше помолчу. Я думаю, что так. Понятно. Ты закончил ту мысль, которую, да? Ну хорошо, а все-таки как, пастор Элиэзер, как понять, что ты глубоко погружен в ныне и что делать, чтобы выйти из состояния? Я думаю, что каждый человек, он должен в первую очередь понимать, где он находится. То есть, чтобы понимать, где ты находишься, я бы все-таки разделил, так я люблю логически подходить к этому. Можно духовно молиться, конечно, это очень важно, да. И на самом деле молитва и чтение Писания, оно предупреждает или предохраняет тебя от любого уныния. Потому что даже в иудаизме считается, что чтение Торы приносит радость. Это известный факт. Поэтому даже когда ты читаешь Писание, ты наполняешься радостью. Когда читаешь Писание, ты наполняешься духом. Когда ты молишься, если ты, именно молитва какая? Молитва прославления. Не молитва прошения. Молитва прошения, она не наполняет радостью. Никогда. Когда ты прославляешь Бога. Потому что молитва прошения наполняет тебя ожиданием. И немножко веры, недоверием. Сбудется, не сбудется, сбудется, не сбудется. Но когда прославляешь Бога, ты наполняешься радостью. Но если взять практическую часть вопроса, то я бы разделил этот процесс на четыре части. Первое – это сгрустнулось, я бы назвал. Это нормально, потому что не надо бояться, что вот сейчас у вас смертный грех, если вам просто сгрустнулось. Это нормально, когда человеку сгрустнулось. Грусть приходит по разному поводу. Грустно
за человека. Грустно, просто так грустно. Погода пасмурная, я не знаю. Тут тебе плохое слово сказал, а ты в ответ молодец не ответил и не гордишься этим, а вместо этого ты сгрустнулась. Лучше так. И вот. Потому что не всегда легко благословить, но лучше уж не отвечать, лучше уже погрустить, что так тебя обидели. Но это сгрустнулось. В следующий момент я бы поставил бы это, я взял бы скорбь. Скорбь, она отличается от уныния. Скорбь – это скорбь по умершему человеку, да. Допустим. Да, по потере, да. А, скорбь, я не знаю, там какие-то проблемы происходят. Люди в Бейруте там взорвалась, да, эта ситуация. В Беларуси что-то происходит. Люди страдают. А, где-то наводнение, там землетрясение, что бы ни происходило. Но особенно, если у тебя близкий человек, не дай бог, что с ним случается. Заболел, умер. Это бывает. Это нормально, это бывает как бы. Это не надо этого бояться, но если приходит скорбь, мы должны различать эту скорбь. Но скорбь, она очень часто, она в большинстве случаев, она должна быть во благо. Потому что через, проходя через скорбь, мы должны укрепляться. Потому что в нашей скорби мы уповаем на Господа, мы надеемся на Господа. И вот следующий момент я уже выделяю, беру как уныние. Угу. Это третий из четырех. Угу. Уныние – это, мы говорим, грех. Почему мы в первом блоке говорили? Потому что уныние – это недоверие к Богу. Уныние – это не скорбь. Уныние – это вот апатия, это безденежество, безответственность. Да. Да будь что будет, да пошло оно все подальше. Да. И, извините, так неканонически вот, вырежете потом. Понимаете, то есть человек, он бездействует, он ходит, ему на все наплевать, он может не пойти на работу. И это все еще не депрессия, потому что депрессия – это медицинский больше термин, да, уже начинается. Да. Мы все еще говорим о душевных вещах больше. И вот происходит такая ситуация, когда в следующий момент уже депрессия. Чтобы этого не произошло, депрессию надо лечить. Депрессию надо серьезно лечить, надо серьезно молиться и надо серьезно лечить медикаментозно. Да? Не только психиатры, психологи, пастора, эзотерика и так далее. Да? Вот. А, я сказал эзотерика? Экзорцизм. Экзорцизм, да, извините. Я думаю, ничего себе. Экзорцизм, друзья, не эзотерика. Я поправляюсь, извините. Так вот, чтобы не доводить до этого, ты должен осознавать правильно, где ты находишься. То есть ты должен быть объективен самому себе. Объективен в своей ситуации. А у меня благословенное время, когда в 5:40 утра я выезжаю на работу каждое утро. И чем мне это время нравится, машин в принципе нет. Никого нет. Да, да, да. Еще не светло, но уже не очень темно, сейчас лето. И я еду, я молюсь, я общаюсь, я рассуждаю о том, в чем я нахожусь сегодня. Угу. Я люблю изучать себя, да, чтобы стоять в правильной позиции перед Богом. Если я чувствую, если у меня ропот какой-то появляется, если у меня недовольство появляется какое-то, если я, допустим, в скорби или в унынии, или в чем-то, я это утром уже пресекаю на корню. То есть пока я доехал до работы, я уже закончил словами «Аминь». Почему? Это надо, нам нужно брать это время, чтобы мы наблюдали за собой. Угу. Не за другими наблюдали, а за собой. Где я нахожусь, в чем я пребываю. Угу. И когда я начну учусь наблюдать за собой, понимать себя, как болит голова, все знают, что надо делать. Извините. Кто-то скажет тебе, воду пей, кто-то анальгин. Нормально, всем понимаем. Да, у нас говорят, попей воды. Да, попей воды. Но почему ты, когда ты грустишь, ты не исследуешься? А почему я грущу? В чем причина этой ситуации? Да. Может быть, действительно, кто-то не может сам самоисследованием заниматься, ему нужно обратиться к кому-то, как сказал Авель. Это правильно. Чтобы помогли, да. А если ты умеешь сам, разбирайся в себе и доезжай до работы или там, не знаю, выходи из дома, встречаясь с людьми, потому что я до этого момента еще никого не встречаю из людей, и я должен людей встретить правильно. То есть я не должен приходить в плохом настроении, да, кому-то срываться на кого-то. Я буду неправ, как верующий, и просто как человек вообще. Поэтому исследуйте себя, разделите все эти категории, поймите, где вы находитесь, и в соответствии с той ситуацией, где вы находитесь, решайте этот вопрос. С одним пастором я общался, у него есть родственница, у которой, ну, определенные проблемы. Я вот недавно спрашивал его, ну, у нее проблемы были с какой-то затяжной депрессией, с какими-то перепадами и со всем остальным. И она даже переехала с другой страны к нему, чтобы быть в церкви, чтобы... И я вот спрашиваю, как у нее дела? И он говорит, она ходила к психологу, и психолог сказал, что лекарство для нее это... рутинная жизнь. Угу.
Потому что, ну, молодежь не определилась, и, скажем так, у нее слишком много свободного времени. Да. И из-за этого, вот из-за этой, ну, скажем так, вот этой апатии, безделия и всего остального, ее надо вылечить. Ну, то есть ее надо вылечить вот этой рутиной. Если то есть, люди встал, не умеют себя пошел, занимать, занял проблема. Себя, да. И, то есть, и это как лекарство. То есть вот, вот активность в этом случае. Конечно, бывают клинические случаи, как ты говорил в эфире или поза эфиром. После эфира. После эфира, да, между. Ты как раз говорил о том, что есть ну, депрессия, есть состояние, как болезнь, да. когда нужно обратиться к врачам, к специалистам, которые помогут выбраться из этого всего. Это вот это интересный такой момент. Хотя иногда сама работа может и ввергать в депрессию тоже. И я вспомнил этого летчика в Европе, который летел в горах и просто направил самолет в горы. И ну, сколько там известный факт, там что-то другое произошло. Что-то другое, там, да, но многие комментировали это как этот самый, как... Знаете, мне кажется, Жень... Выгорание, ну, на рабочем месте. Извини, что... Но это уже другая тема. Это, да, это комментарии, потому что мы зачастую не можем знать, что у человека происходит внутри. Да, да. Что он рассказал, это не факт, что это то же самое. И поэтому, вот почему важно, чтобы но люди... ничего уже не рассказал, да, потому не, что... важно, чтобы люди научились себя исследовать сами. Написано, что важно вникать не только в учение. Ну и в себя. Написано, нужно уметь вникать в себя. А вот этот момент, это он страдает у большей части верующих людей. Они приходят к Богу, большая часть как безответственной, и думая, что Бог понесет все абсолютно, ну, что да. от них ничего не зависит и все остальное. И потом... Не понесет, а понес и... уже. Да, да, он понес, но есть же наша ответственность в этом случае, да, в отношении грехов, в отношении да, всего остального, зачем мы, знаете, буквально на днях я общался с одним братом, и он говорит, у меня апатия, я опустил руки, я не хочу ничего, ни на собрании, ни ничего, я просто работаю и все остальное. Я говорю, ты должен понимать, ты же взрослый человек, ты же уже взрослый человек. Он говорит, я делаю то, что я должен делать. То есть он имеет в виду, он ходит на работу, чтобы кормить семью и все остальное. Я говорю, ты понимаешь вопрос в чем? Если ты духовно, то есть ты делаешь, потому что на то понуждает тебя род, обстоятельства. Ну да. Духовно тебя никто не давит, духовно никто не говорит тебе. Ты не чувствуешь даже, как ты духовно умираешь постепенно, если ты не делаешь определенные вещи. Да? И поэтому, конечно, это важный момент, чтобы мы... заботились о своем духовном состоянии. И это наша ответственность. Потому что мы должны встать и пойти на собрание, мы должны взять книгу в руки, мы должны помолиться, мы себя должны заставить в этом случае.